Полищук Виталий, Джейзи Бразерс, Toyota Mark II. Рядом с ним его сокомандник Хаткарян Михаил, также Toyota Mark II. И лидер Джейзи Бразеров номер 21, Кондратьев Илья Шипкин. Следующий участник с номером 73. Игорь Беленький, BMW 300. 300 какая это? Третья серия. Говорят, там стоит мотор от 3. А следующий участник под номером 98. Феликс Викерман, Subaru Impreza. И рядом с ним его сокомандник номер 97. Мужчина Аркадий. Следующий участник номер 33. Степанян Георгий, Nissan Silvia S15. И номер 14. Наш знаменитый терминатор Семен Алексеев, Nissan 200SX-14. А номер 69, Nissan 300ZX, Василий Семенов, Вася Спарков. Следующий участник, номер 83, Григорий Евгений, на Toyota Altezza из команды Tuning Factory. Следующий участник, номер 26, Кварцов Борис, Nissan 200SX. Следующий участник, салатики, пошли, салатики, номер 13, Шиков Никита. И тут как раз между салат, между листьями салата у нас, видимо, майонез появляется. Номер 28, Гарри Кочетрян! Команда Toyota Networks! И номер 88, Харитонов Евгений! Команда Toy Sport Power! Toyota Altezza! Miami Deep или, как проще сказать, Miami! Номер 10! Мазда RX-7. А также его сокомандник номер 78, Тихура Тимур, Nissan 350Z. Ну что же, уважаемые зрители, просьба всех поприветствовать наших участников. Сейчас состоится самое ожидаемое событие этого уикенда. ТОП-16 Формула-3 Pro. Парные заезды лучших 16 дрифтеров. Я не побоюсь этого слова, на России. Давайте поаплодируем.